дойдут, то тогда вот сюда дойдут, вот здесь вот и вот сюда. Если они зайдут сюда, они по вопросу храбру Господь прошу. Там уже все видно. Не, ну вот. Лейн захочет остаться там. Нормально. Тут более или менее безопасная зона. Я говорю, я вот ходила по стене, вот, и в эту сторону тоже, если идти, пускают только до сюда. Да. Дальше не пускают. Точнее, вот эти ворота. Я попросила, говорю, прям тема, они говорят, да, прям тема. По Виа Долороса, если идете нормально, безопасно, а сюда не вздумайте соваться. А что там? Гаус? Там такие проулочки, тебя грохнут. Не, просто сейчас же как бы реально сумасшедшие нападают с ножами на людей. Последний случай же, как это один раз. Есть такой сайт, на котором написано... Русские, американцы, англичане, немцы, они там просто раздеваются вот догола. Вещи отдали и ушли. А эти, ты что показываешь, короче? Смысл такой, что мы узнали об этом, мы посидели уже в гостинице, в ресторане. Смотрим, идут наши чуваки, ободранные, значит, там, с синяками такие, с пузырем с разбитым, короче. Человек 10 полицейских, там, 15, идут вот так вот, хлопают в ладоши, короче. И идут к нам сюда. Валер, вчера 20 было. Ну, там я сейчас помню, там я вот хлопчик говорю. Не суть, что 10-20 там. Вот количество людей просто идут полицейские, клопы, там, ребята, там, молодцы, но влетел сразу, там, нафигачки, там. Что случилось? Говорит, да вот вы, уроды, когда тут влезли, а вы вот зашли, там, 10 чуваков, говорит, мы наваляли, короче. А полицейские, говорит, увидели все. Видишь? Мы обратно завели, там, гостиницу. А там ни русский, ни английский, ни мальчик не знает, короче. Было много всяких книг, в том числе, например, Библия была в гости. Да, свой новый завет. Поэтому мы его завели. Христа вообще-то живет потом. Ну да, там вообще много чего. Поэтому в свое время провели фильтрацию в Риме. Собрались и провели фильтрацию. Что включать по нему? 13. А вот мусор пришел. Вон стоит справа. Первый, кому пришел,
искатели, там еще и раскопки, и реставрации. Землю начинает брыкаться, ему машинку не купили. Начинает устраивать истерику, она не может его ни шлепнуть, ни словом не сказать. Просто у нее тоже либо ребенка отнимают, либо там вообще там родительских прав. Называется ювенальная юстиция. Да, 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 это вообще дикий ужас. Давай, говорит, сорвем и скажем, не, мы ученые, мы Пошли. Шаг вперед, чтобы не стоять под дождем. А что же они такое?